Михаилу Горбачеву на 5 лет запрещен въезд на Украину. Это сегодня подтвердили в штаб-квартире СБУ. Причиной назвали то, что в интервью британской газете «Санди Таймс» первый и единственный президент СССР поддержал воссоединение Крыма с Россией. Горбачев сказал, что уважает свободное волеизъявление жителей полуострова на референдуме в марте 2014-го и признался, что в подобной ситуации на месте президента России действовал бы так же. После выхода статьи советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Киев постарается закрыть Горбачеву, цитата, «путь в Европу». Но, похоже, европейцы остались не в курсе стараний, запрет действует только на украинскую территорию. Сам Михаил Сергеевич все прокомментировал коротко, но Украине при нынешней власти не был и не собирается.